Приветствую вас. И по вашему вопросу, которым вы предоставили достаточно мало информации о себе, о том, в каких вы условиях находитесь, какие обстоятельства стали причиной вашей агрессии, мне бы хотелось задать вам несколько вопросов. Эти вопросы достаточно важные, они, я бы даже сказал, системообразующие для выявления истинных причин того, что с вами происходит. И начать нужно с того, что спросить у вас, с какого момента вы начали замечать, что у вас проявляется агрессия? С какого момента, периода времени, обстоятельства и так далее. То есть, иначе говоря, что послужило отправной точкой для подобного проявления со стороны вас, подобного проявления вашей активности. Что послужило точкой отсчета. Дальше. Агрессия, то есть неконтролируемый поток негативной энергии, это всегда наличие и внутреннего напряжения, и внутреннего противоречия, и неудовлетворенности в чем-либо. Если немножечко перефразировать данную фразу, то можно сказать так. Невозможность удовлетворить свои желания, то есть фрустрация, означает агрессию как один из основных проявлений фрустрации. И тогда необходимо выяснить, что именно вы не можете удовлетворить и почему, и вместе прийти к достойному вас пути решению задач, которые перед вами стоят. Если имеет место быть противоречие, то его также нужно и можно разрешить. Вы не можете этого сделать по той простой причине, что находитесь в ситуации. И находясь в ситуации, вы не видите из нее сколько-нибудь адекватного выхода, потому что у вас прямая зависимость, прямое нахождение в этой ситуации. Для того, чтобы эту ситуацию разрешить, для того, чтобы для себя понять, в чем заключается противоречие, попробуйте это самое противоречие немножечко обострить. Попробуйте это самое противоречие возвести в степень абсурда. И тогда вам сразу станет более или менее понятно, в чем оно заключается. Тогда вам станет более или менее ясно, в чем именно, из чего состоит ваше противоречие. И вот тогда, я думаю, вы встанете на путь борьбы, на путь подавления вашего агрессивного потенциала. В принципе, на этом можно закончить, потому что я думаю, что агрессия — это достаточно серьезный, достаточно глобальный процесс, это достаточно глобальное проявление, и как любое глобальное проявление, оно требует очень серьезного рассмотрения, очень серьезного анализа
для того, чтобы наиболее полно с ним работать. Таким образом, вам необходимо предоставить информацию, о которой я сказал, для того, чтобы успешно дать вам рекомендации по работе над своей проблемой. Также я думаю, что вам имело бы смысл записаться на консультацию к любому из экспертов и вместе с ними проработать ваши трудности, потому что в рамках одного ответа на вопрос нельзя решить вашу проблему такого плана. Она появилась не вчера и даже не неделю назад, она с вами уже давно. И нужно разбираться, анализировать вашу жизнь, анализировать вас, анализировать обстоятельства, в которых вы оказываетесь. И только тогда можно говорить о том, чтобы как-то достичь существенных положительных результатов. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.